Иван Давыдов в свободное от учебы время любит прогуляться с друзьями по городу. Если пару лет назад единственным любимым местом в Самаре была набережная, то сегодня есть из чего выбирать. Среди новых общественных пространств молодой человек выделяет сквер Фадеева с большой спортивной площадкой, игровым комплексом для детей и протяженной прогулочной зоной. А также новый бульвар на улице Мичурина. За обновление этой территории в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проголосовали более 6500 жителей Самары. Сейчас прогулочный бульвар готов уже на 95%. Здесь вместе с другими волонтерами Иван помогает наводить порядок. Для меня это стимул не сидеть, сложа руки, и помогать городу развиваться. У меня сразу чувство удовлетворения. Сразу такая гордость, что у нас город становится лучше. Строители зашли на объект в конце весны. Бульвар по улице Мичурина от улицы Владимирской до Дачной заметно преобразился. Это место, где много транспорта и пешеходов. Задача архитекторов при разработке дизайн-проекта была создать зоны для отдыха, удобства для пассажиров, ожидающих общественный транспорт. Комплексно благоустроена прогулочная зона длиной около километра. На отремонтированной променадной зоне установили порядка 50 лавочек с деревянными настилами. Установили освещение и урны. Сквер получился зеленым, посадили около 1000 кустарников, а еще елки и туи. Организовали газоны с автополивом. Мы видим результаты нашего труда, то есть зеленые насаждения, газоны, все уже присутствует. Город становится краше, по-моему. За порядком здесь будут следить с помощью камер видеонаблюдения. Сейчас строители работают на второй очереди бульвара от Клинической до Владимирской. Закончить все работы должны к середине сентября. Мария Левина, Сергей Баскин, «События».